Добрый день, друзья. От администрации района я рад приветствовать участников Лужни. Я пожелаю всем успехов, я пожелаю всем хорошей погоды, я пожелаю всем показать те результаты, которые они сами для себя запланировали. Ну и пусть победит сильнейший. Спасибо. Спасибо большое, Николай Александрович. Сказала Александра Николаевича. Ваши аплодисменты, друзья. Здравствуйте, дорогие дети, родители, сестровичане. Всех поздравляю с праздником спорта, который у нас проходит каждый год. Желаю всем здоровья, любви, счастья, благополучия. И пускай победит сильнейший. С праздником! Вот так вот, на оптимистичной ноте мы продолжаем череду торжественных слов, приветственных слов. И сюда приглашается глава муниципального образования города Зеленогорск, Ходосок Александр Владимирович. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте от имени муниципального совета, местной администрации, жителей города Зеленогорска всех поприветствовать. Пожелать вам в первую очередь сегодня нормального, здорового образа жизни, стартов, спортивного долголетия. С праздником! Вперед! К победе! Ура! Ну и конечно же, сюда выйдет на эту сцену тоже человек, который уже награждал у нас первых призеров. Депутат муниципального совета, муниципального образования города Сестрорец, Козырев Юрий Юрьевич. Всех поздравляю с этим праздником. Действительно победит сильнейший. Сегодня малыши себя уже проявили, все ушли довольные, награжденные с медалями, с грамотами. Теперь остается дело за вами. Успехов! Вот на такой вот оптимистичной ноте победит только сильнейший. Yeah.